тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехленным. Может превратить Украину в какой-то там укрополь. Анна Ахматова написала стихи, которые у меня в голове прям стучат. Знаешь, как набат? «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Что еще можно сделать для безопасности территории? Харьков присоединит к Белгородской области. Швеция не просто вступила в НАТО. Она планирует провести первый в истории чемпионат континента по, вы не поверите, сексу. Наша страна строит отношения на других принципах. Справедливого миру порядка, построение многополярного мира и принципы другие в основе. Дружба, взаимовыгодное сотрудничество, не вмешаться в дела суверенных государств. В Российской Федерации не приемлют западные ценности. Они могут быть в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкает от предвкушения. Передаем военным нашим склады, заводы шампанских вин. Если какой-нибудь алкоголик одну бутылку возьмет, то хочу сразу обратить внимание, да, что здесь пробка, она маленькая. И поэтому в жопу легко залезет. Женя, локацию скинь. В любое время, в любом месте, как мужчина мужчина, мы встретимся. Ваш противник уже ведет себя как террорист, определенным образом характеризует и украинский режим, и тех, кто за ними стоит. Ну, прежде всего, американцы и европейцы, которые, по сути, встали на тропу войны с нами. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория, или именно этот университет, и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче.